одном селе, как без чего и не упомнишь, вроде Зеленогород. Жил-был мужичок один. А зовут его Дмитрич. Дмитрич нормальный мужик. Да только сказывают, что мужичка того никто никогда без улыбки не видел. Да и происходят с ним постоянно какие-то забавные истории. Вот забыл как-то Дмитрич код от домофона. А когда вспомнил, понял, что домофона-то и нет у него. Рассказали как-то Дмитричу мужики про Францию. Ну и решил он проверить. И поехал. И чего они там в этой Франции нашли? Все как у нас, только атмосфера не та. Был как-то у Дмитрича день рождения. Да только и не помнит он его, 54 года уж прошло. А как-то раз Дмитрич в председатели метил. Даже бороду сбрил. Не выбрали его. Пошел как-то Дмитрич в сельскую библиотеку книжек на растопку взять. А местная библиотекарша Тамарка ему и говорит: «Дмитрич, Дмитрич, возьми меня!» Дмитрич не взял, он людьми не топил. А на следующий день Дмитрич шапку потерял. Посмотрел свое отражение и не узнал себя, и домой не пустил. Так в сугробе и заночевал.